Всем привет! Давно не было у вас каким-то играми. Попробую что-то сыграть, пока не спится. Может, получится что-то путное. Посмотрим, кто нас примет. Обычный матч для семьи. Кто играть на площадке, который очень долгое время не играл. Вот. Но, как оказалось, я сделал много интересных улучшений. И на текущий момент, в принципе, довольно интересно на ней играть. Да, отсутствие флага, конечно, немножко не нравится, но мы не будем обращать внимание на технические моменты. Просто постараемся сыграть качественную игру. Вот, главное, чтобы нас кто-то принял для игры. Вот. Ну, особо не буду заморачиваться. Сыграю с любым, матч до 7. Это недолго. Вот, надеюсь, звук записывается хорошо. И меня слышно будет нормально. А, так, по ходу пока никого нет. Будем идти сверху вниз. Рано или поздно у нас кто-то примет. Да, много изменений. Я давно не баловал зрителей контентом. Очень много дел было разных, связанных личными делами. Недавно прошел большой турнир в Москве. Так понимаю, сейчас идет очень сильная борьба двух противоборствующих федераций. А может и не идет, может это мне только кажется, может борьба уже проиграна или выиграна. Вот. Ну, в любом случае, для игроков это хорошо, а все, что для игроков хорошо, я считаю, это хорошо. You drop. New game. Вот, потому что Achievement unlocked. я сам как игрок, и Awesome. я болею за игроков в любом противостоянии между разными структурами. Главное, чтобы игроки Nice. имели хороший призовой фонд, имели хорошую добавку, You double. имели Your opponent drops. положительное мотождение New game. турнира. Awesome. Awesome. Интересная ситуация. Здесь правильно бить. Awesome. Пожалуй, первая интересная ситуация. Ну, до этого мы, я думаю, сыграли на 0 PR. Awesome. Немножко раздражает этот звук. Его, конечно, можно выключить, но без него скучно. Awesome. Вот, хочется знать, что себя, когда ты сыграл хорошо, что-то сыграл хорошо. Да, вот тут не было у меня, по-моему, ни на одном из этапов. Вот. Чем все с вами поделиться? Ну, ночные мысли Awesome. такие. Много хороших возможностей у нас, конечно, много хороших турниров можно проводить, но, к сожалению, пока желающих спонсировать так много. Awesome. Ну, надеемся, все изменится. You double. Это пас, я Your думаю. opponent takes. Ну, это странно, так очень. На самом деле, его Awesome. предыдущий мой дабл был гораздо опаснее. То есть гораздо безопаснее. Этот как-то выглядит уже очень безнадежно. Awesome. Вот, нет, не было паса, так. Ну, дабл какой-то по It is границе. your turn now.
Так, ну за что мне нравится эта программа, потому что можно вернуться, посмотреть. Achievement unlocked. На правильность ходов. Здесь распытывать Awesome. не надо, и 14 много быть обратный удар. Но ядер будем двигать, соответственно. Awesome. Продвигаем правильно вперед. Этого невозможно. Здесь плохие шансы у него что-то сделать на самом деле. Он должен затащить этот день. Awesome. Был в Эмиратах недавно. Особо ничего интересного здесь не искал. Ну, зато Арат выиграл первое место. Это тоже радует. Вот. С Аратом мы вместе ехали в аэропорту. Так, что-то я там 1-1, что-то неправильно сделал. 3-3 ему не понравилось. It is your 3-3. turn now. У нас странно. Опять 3. 3 правильно. 1-1 тоже какая-то правильная. Ну, ладно. Так, ну, открытый вставать не хочется. Много Awesome. боев каких-то. Awesome. Хорошо заряжается. Awesome. Awesome. Кстати, вот это слово «ос», оно не всегда означает положительная коннотация. Есть и отрицательная, типа «ужасно сыграл». Awesome. Типа «настолько ужасно, что ужасно». Ладно, Марса не Awesome. будет, 2 очка возьмем. Мне кажется, ошибок особо не было. Только вот это Illegal move. Illegal move. странная ошибка. Awesome. Вот это. It is your turn now. Ну, тут странно. На самом деле 13-1. Может, это и правильно. Awesome. Надо посмотреть на губы по анализу. Awesome. В Эмиратах у Awesome. меня много матчей Achievement записано. unlocked. Немножко расхлябанно играл, мне не очень понравилась игра. В целом лучше оппонентов, но много брака такого технического. Я не был готов к крупному международному турниру. Awesome. Наверное, перерыв еще сказывается, конечно. Перерыв, после перерыва сложно играть, надо всегда в тонусе Awesome. быть. А. Когда ты делаешь большой перерыв, тебе сложно войти в ритм. New game. Illegal move. Illegal Вот. move. Awesome. Awesome. Увидим в чате. Ошибка, что ли? Да. It is your turn now. Интересно, 17-9-6-2. Знаю, пятый так не брать, как-то никому не хватит. Awesome. Не брать пятый ради того, чтобы делать гибкость и убежать. Ну, не знаю. Не так уже и страшно выглядит у него бог. Awesome. Есть ли туда вопрос? Но структура мне вообще не нравится. Devil. Пожалуй, покажу. Думаю, это легкий тейк для него. Your opponent drops. Нет. New game. Дабл пас. It is your turn now. Страх. Awesome. Ну, там первый пункт взят, это большой аргумент за пас. Все остальные аргументы.
Говорят, опасен. Ответ у него плохой, позиция может измениться. Не знаю, может, я не переоценивал позицию. Вообще, у меня, конечно, большие проблемы с кубом. Я переоцениваю силу твоей позиции почти всегда. Это хорошо, минус в игре. Я его знаю, работаю над ним. Но никак не могу иногда удержаться от приема очень плохих кубов. Надо над этим работать. Awesome. Awesome. Ну, пятый нужен, кажется, на удар. Мы играем на Марс по большому счету. Про куб можно забыть в целом. Awesome. Запас у него должен не хватить, потому что у меня вот как есть выход. Я бы на его месте седьмой пункт оставлял. Awesome. 15-7, 15-10 играл там правильно. Соответственно, может быть, смотрит. Ну да, 15-7, 15-10. Не очень хорошо. Awesome. Позиция становится не очень гибкой. Даблов нет у нас. Сидим позднее. Очень хочется спать. Только ради того, чтобы надолго не запускать канал. Nice. Я решил записать видео. Все ради вас. Так, бить или не бить, о чем теперь вопрос. Скорее бить, мне кажется. Но это не трагично, потому что ему еще долго дорога в дюнах предстоит. Дабл мы возьмем пока. Ну, теперь не знаю уже. Стало значительно худо. Nice. Почему nice? Я прям 7-4. It is your turn now. Да ладно. Awesome. Нет, до такой степени мастерства я еще не дошел, чтобы 7-4 тут играть. Не, ну может 7-4 Awesome. правильно? Там 6-4. It is your turn now. Так, таких у нас нет. Все. Тушить все это. Awesome. Awesome. Хорошо, когда можно не думать. Можно не думать долго. Awesome. 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 Ну, похоже на Марс. Awesome. Задача сыграть на качественном пиар, потому что, в принципе, до этого момента я играл Awesome. неплохо, на мой взгляд. Будет или будет? 4. Нет, не будет. Ну ладно, 5-1. Awesome.
Achievement unlocked. Awesome. Your opponent doubles. You take. Надо было ему подождать, мне кажется, более сложно. Кто постоянно такой? Awesome. Awesome. Ну, тут ошибиться сложно. Почти выбора нет. Так, ну, можно вообще там не сплитовать, там, не знаю, вход насколько это правильно. Давайте такой ход. Awesome. 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 Да, сложно будет выйти. Плохая очень обратка у меня. Запаса нет вообще. Прям без запаса практически. Шестерки убивать нет смысла, потому что они не убиваются просто. Целом, да, неудачно складывается. Ну, теперь задача упростилась очень сильно. То есть от Марса просто поменялась. Nice. Так что... против лома нет приема, то есть тут я ничего не сделал, не попаду, либо не попаду, скорее не попаду. Awesome. Nice. Ну, Awesome. две Awesome. Awesome. Ну, 4-4 снимает, а 5-5 не снимает, да. По-моему, так бы я не сыграл. Вот так. Так вообще плохо, так даже 4-4 не снимает. Awesome. Awesome. New game. Ну, сравнялись. Потерял. Awesome. Еще раз подсел. Ну, теперь надо слишком сильно. You double. Your opponent takes. Молодец. Awesome. 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 Awesome.
хочется пораньше Awesome. разгрузиться. 13. Преимущество гоночное есть. Это большая ошибка. Это очень большая ошибка. Ну, слышу. Ну и надо как-то реализовать гоночное преимущество. С 13 должен был быть разгружен уже к этому моменту. Awesome. Nice. Он подвержен еще шестерке. Awesome. Теперь уже не может. Awesome. 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 Ну, неважно, давал он. Illegal move. Illegal move. Там можно вообще не бить. В принципе. Вот так. 50-67 гонка. Можно пробить и уйти, но там проблемы. Можно вообще не бить. Я думаю, не бить вообще. Да, может, ошибся. Разница небольшая, но бить надо. Не знаю, сложно найти правильный ход. Awesome. Не Awesome. знаю, в чем секрет вот этот момент. Типа, It is на your turn now. ДНБ. Нет, 7, 6, 4, 5, 2, 6, 1 подставляется, но дальше могут быть хорошие. Ну да, скорее бить. Сейчас бы я побил. Awesome. Awesome. Окей. Awesome. Awesome. У нас 50%. Ну, больше уже. Ну, надеюсь, около трешки сыграли. You played on world class level. 3,77. Achievement unlocked. Многовато, конечно. Ладно, всем спасибо, ребят. Такое, без комментариев, видео получилось, особенно концовка. Ну, хороший матч, то есть, интересно, понимаете. Не слабый. Все, до новых встреч.